Я хочу еще одно слово сказать про Жень. Я сегодня смотрю, у меня в кабинет несут вот такую большую коробку. Думаю, что же это такое? Раскрыли. Оказывается, сельское поселение Жень, где все вы понимаете, производит эти великолепные вещи. Они сделали подарочный сервиз в музей города Магадан, 90 лет Магадана. Вы можете все посмотреть и обязательно передам это в наш краеведческий музей. Спасибо всем. Дорогие наши зрители, но прежде всего разрешите от всей души поздравить нас от славной столицы, поздравить вас с вашим замечательным праздником, с вашим юбилеем. Будьте здоровы и счастливы, пусть будут здоровы и счастливы ваши семьи. А мы вас искренне поздравляем. Замечательных, умных, талантливых людей. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за это.